Для этого нужно время, нужна соответствующая степень усталости. Нужно, чтобы до каждого человека это каким-то образом дошло. И дошло не в том смысле, что Родина в опасности. Это нынешние власти смогли перешагнуть после победы, поражения, после выборов. Да? А когда это на своей шкуре будет ощущать ну, почти каждый человек или достаточно много людей. Вот этого я пока не вижу. А если я этого не вижу, то какой бы то ни было, как Саакашвили, Иванишвили, да какой-нибудь Саакян или Иванян, вот если придут, они не изменят, если нет ничего, если нет общественного запроса. А общественного запроса пока нет. Он может сформироваться, но для этого, мне кажется, сейчас я не вижу оснований, нужно больше времени.